Сегодня у нас 30 июня, время 17 часов, конец рабочего дня. Приехали на городское озеро. Встречает оно нас с закрытым шлагбаумом. Правда, замка на нем нету. Можно открыть. Все как бы на соплях. Вот оно завалилось. Куда деньги вложили, мы не знаем. Видите, все отваливается. Скоро этот заборчик рухнет, наверное. Но пока держится. Речка Теплушка наша течет здесь. Шум цикад. Смотрите, как кричат. Разрывается. Вот, сразу нас встречает вот такой вот транспарант о том, что купание запрещено. Ну, хотелось бы посмотреть, где запрещено и в чем тут можно искупаться. Ну, наверное, вот в этой речушке запрещено купаться. В этом канальчике, да. По истечению года, по-моему, ничего не изменилось. Были мы тут год назад, эти же скамейки. Правда, может, свежие покрашенные. Они были другого цвета, навес этот. Озера у нас нету. Ну, нет воды, нет проблем. Все правильно. Купальный сезон везде идет. Все озера, большинство озер края, насколько мне известно. И Пятигорская, и Новопавловская, и Железноводская. Работают, люди купаются, в том числе и Ставрополе. Зато в городе Георгиевске тишь да благодать. Пустое озеро с вонючими лужами. И обещание, которое нам давал глава, что к началу купального сезона озеро будет готово. По-моему, так и остались обещаниями. Озера нету, воды нету. Фактически нового ничего тут не прибавилось. Ну, покрасить скамейки ума много не надо. Ну, соответственно, людям в городе от зноя спрятаться негде. Излюбленное место, где многие тут отдыхали, в настоящее время заброшено. Вот. Паутина на павильоне — признак сегодняшней деятельности нашей доблестной администрации города Георгиевска. И вот в такой паутине все озеро. Неужели нельзя было вот эту теплушку запустить сюда, в этот, через озеро пропустить? Вот, прокопайте вот здесь канальчик. Пустите ее сюда, а там сделайте протоку туда, в подкумок, и будет проточная вода. Почему в Новопавловске смогли сделать на Куре вот это озеро? Там проточная вода, отбито русло, все прекрасно. Водичка меняется, отстаивается, она проточная. А здесь вот купаться запрещено. И так вот, там дальше тоже купаться. Да мы не будем тут купаться. Мы боимся тут купаться. Да мы уже забыли, когда здесь купались. Да, прошлый год мы ездили в Новопавловское озеро, отдыхали там с внуками. Сюда попытались приехать, понюхали это вонючее болото и решили, что не стоит. Так там, глянь, пристань сделали. Прогресс. Да, пристань. Да, появилось ограждение, надо отметить, что... Металлическую пристань сделали, появились металлические оградки на ней. Вот. Дома никогда хорошим не было. Никогда. И не будет. Ну, затекает она отсюда. Вот здесь, в этой части, в левой части озера, получается стоячая вода. Естественно, она будет застаиваться, нету протоки. Загадили одно озеро, которая много лет городу служила,
за дорогой там находится. Нашли миллион причин, чтобы не затрачиваться, не заморачиваться на его очистку. Там был дренажный канал, был отстойник, был все было, протока была. Вот сюда же она текла через дорогу, и здесь была канавка. Вот куда там пытались сделать в дальней части слив. Почему нельзя было вот здесь вот прорыть 15 метров, 20, и пустить этот карамык сюда, а там сделать слив? Да. И была протока через все озеро и туда в слив. Ну, может быть, по каким-то там соображениям это нельзя делать. Ну, почему? Объясните. Вода здесь нормальная, чистая. По вечерам жабы тут орут, аж уши заворачиваются. Живут же, не умирают. Значит, вода хорошая. А то какие-то там дорожки обсыпали щебенкой. Кто по ним будет ходить, если тут никого нету? Вот, видать, с улицы Речной пришли дети тут на площадку на качелях покататься. Спортсмены бегают. Да, и спортсмены бегают. Ходуны ходят. Дети приходят на площадку. Все. Засыпать это надо. Вот 30 июня наше городское озеро. Сравнять надо. Толку от этого озера не будет. Сравнять. Нет. И сделать здесь что-нибудь. Нельзя другое. Его сравнивать. Его надо сделать. Ну как, надо. Для жителей города. Лайк, если нету протоки, не будет. Вода выливается, выливается. Это же уже ясно. Да, трубу открыли, и натекло. Она закрыли, вода текло. Стоит. Она и зацвела, вода. Начинает сливать. Слили. Потом опять пока наберется, пока опять она отстоится. Что, конечно, не успевает. Налили, она покрылась землей. Да. Сбитни тут какие-то появились. Стоячая вода. Что, полнейшая антисанитария. А для того, чтобы это, а это отсутствие желания. Его взял. Это, представляешь, какие деньги надо сюда вложить? Здесь надо зону такую делать, чтобы... Ну почему в Новопавловске сделали? Там кафе работает, кабинки работают. Вот. Люди автобусами принимают, приезжают туда отдыхать. Озеро же сезонное. Озеро чистейшее. Для того, чтобы вложить деньги и окупить их, значит, надо делать здесь ресторан какой-то или кафе. Кафе под Кумак у нас тут рядом было, которое сгорело. Ну, 2 года, чтобы работало. А так вложивать деньги. Пока не найдется человек, который... Да, детский пляж. Детей хоть отбавляй. Да не мыли тут машины никогда. Мойка машина. Мы тут все с 3-летним образованием 3 класса закончили. И не знаем, что в Воровском озере машины мыть нельзя. Да? Никогда не мыли. Никогда не мыли машины. Даже никогда. Даже в Старом озере никогда не мыли машины. Никогда никто не мыл никакие машины свои. И даже предупреждать никого не надо. Ну здесь вот чистая водичка, смотрите, прекрасная. Так и хочется туда ноги опустить. Вон стрекозы порхают над водой. Ну какие красивые. Чистая вода. Тоже уже плита лопнула бетонная. Сделать отстойничек небольшой. Она течение не сильное в этом карамыке. Она бы отстаивалась по мере протекания. Здесь бы дополнительно отстаивалась, а бы в озеро. И было бы отлично. Не знаю, может, фантазии не хватает у кого-то. Вероятно, в этом году не будет купального сезона. Губернаторская программа местных поддержки местных инициатив Ставропольского края. Видите? Благоустройство городского озера, прилегающих к нему территории.
Город Юрьев, 18-20 год. Уже 21 год. Ни озера, ни территории. Одни таблички про какую-то программу. Владимир Владимирович, поинтересуйтесь, где деньги? Когда город Юрьев будет купаться на городском озере? Программы. Фикция одна. Программы. Не верят уже люди в ваши программы. Не верят. Губернатор, ваша программа не работает. И не работала здесь. Не было тут никогда благоустроено павильоны. Что в этих павильонах? Люди приходят сюда загорать, им нужно солнце. Зачем вот это вбухали туда? Железо это. Озеро одели в железо. Зачем? Непонятно.